Всем привет, с вами Стив, и сегодня у нас топ-3 самых лучших злодея в Сонике. Поехали! Итак, третье место нашего топа занимает тот злодей, который был в самой первой части Соника. Поприветствуйте, доктор Эггмен! Или же по-другому, доктор Работник. Небольшая пауза. Доктор Эггмен. Главный враг Соник. Ну, Соник, да. Соник ласкует. Ну, он ему долг из-за того, что Эл закидывается за вами и пришлось с ним сделать Тиму. Потому что эта вот смертельная шестерка придавает мне. Ну ладно, переходим ко второму месту. Злодей, который не является ежом и не является роботом. Поприветствуйте. Миплес. Миплес – это существо, которое создано с помощью тьмы. И он еще в конце сезона, в 2006, слился с Иблисом, и они превратили в царя. Спойлеры! А, ребят, забыл предупредить, ну ладно. Все равно же вы не будете покупать этот Соник, будет 1600 копеек. Они будут его покупать. Я вообще только играю в мобильные игры по Соник. Жалко, что ранее все жители. И мне придется еще появляться Соник Франкс. Не только Соник, и печку 2006. Теперь первое место нашего топа. Инфинит! Инфинит – это новый персонаж Соника. И мне говорить о нем нечего. Его глаза напоминают глаза Метрикс. И он может сравниться с ними. И да, он очень сильно впечатал Соника в стену. Еще сильнее, чем я. И да, ребята. Я Крейкер Сильвера. Говорю еще раз. Ну что ж, ребят, на этом мой топ, который я положил, заканчивается. С вами был я, Стив. Всем пока! Браун!